Всем здравствуйте! Решил немножко похвастаться своими работами в области 3D-печати. Была напечатана звезда на елку из популярного теперь уже мема. Печатал обычным пластиком PLA. Есть еще, был еще второй вариант, делал его другу на заказ. Он уже был покрашен в классических цветах, там желтый и темно-коричневый. То есть тело желтое, руки, ноги темно-коричневые. Себе я решил вот сделать вот в таком вот варианте. Все друзья оценили, получилось очень прикольно, очень симпатично, очень весело. И вот такая вот рука, подставка под украшения. Кольца, браслеты. Этот уже печатался из пластика шелковый PLA. Единственная проблема, когда прикреплял подставку и руку, делал это клеевым пистолетом и не учел момент, что пластик все-таки под температурой плавится и немножко деформировалась рука. Но это как бы не критично, не влияет на прочность. Вот такой вот, вот такая вот печать шелковым пластиком. Очень, в принципе, неплохо получилось. Единственное, что не могу понять, откуда взялись вот эти вот артефакты. Может быть, это проблема самой модели. Еще до конца полностью ее не обработал, немножко тут шероховатость, их надо будет зашкурить как следует. В целом получилось очень хорошо, очень неплохо, шелковый пластик смотрится очень красиво. Это был первый вариант руки, не учли немножко пропорции и решили сделать из нее чесалку для спины. Тоже ее немножко обработаю и вставлю просто деревянную палку внутрь. Будет как ручка. Будет очень прикольная чесалка для спины. Вот такое вот небольшое баловство с 3D-печатью. Собственно, на этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Смотрите сборки, смотрите обзоры. До свидания.